Просыпайся, сестренка! Мартин, хватит! Доброе утро, ваше величество! Мартин, ты издеваешься? Зачем ты меня так рано разбудил? Меня так успокоились! Мама, этот придурок разбудил меня! И правильно сделал. Нам пора готовиться. К чему? Моя очень богатая знакомая королева отправит к нам свою дочь на перевоспитание. Эта принцесса у нас поживет недельку, а ее мама нам заплатит кучу денег. Ух ты! Это что, нам больше не придется воровать еду у бомжей? Да, мы купим кучу еды. Так что все, перестали ссориться, быстро собираемся и на выход. А еще дом приберите. Класс! Так, надо скорее собираться. Косички. Ой, я же не пойду в тапочках. Надо туфли. Ну все, вроде готово. Ой, чуть про корону не забыла. Так, теперь точно готово. Что случилось, доченька? Я проснулась еще 10 секунд назад. Где мой кофе? Мисс Хлоя, вот ваш кофе. Ну, наконец-то! Фу! Он остыл! Мне нужно горячее переделать! Слушаю вас, высочество. Дочь, давай я причешу тебя. Совсем лохматая. Ай, мама, больно! Ты мне сейчас все волосы вырвешь. Я лучше в салон пойду. Что сегодня наденешь? Фу, что за отстой, старье какое-то, мне нечего надеть. Но у тебя целая гардеробная комната забита вещами. Этого недостаточно. Ладно, надевай корону и пойдешь помогать нам с отцом. Отстань, не хочу вам помогать, вы меня уже достали. Ах так, я больше терпеть не намерена. Ты ведешь себя отвратительно. Ну и что ты мне сделаешь? Отправлю на неделю к своей старой знакомой. Поживешь в условиях похуже и перестанешь капризничать. Ну и ладно. Гори, собирай мои вещи. Мы уезжаем. А вот и она. Привет, Хлоя. Ну, здравствуйте. Вы миссис Бритни, я так понимаю. Да, а это... О, а это ваша горничная. Я не горничная? Это мои дети, Эмма и Мартин. Ваше Величество, очень приятно познакомиться. Эй, не надо этих формальностей. Называйте меня Хлоя. Как прикажете. И это ваше королевство? Убого, конечно. Мои королевские родственники оставили нам совсем маленькое наследство. Видимо, настолько маленькое, что приходится жить в сарае. Вообще-то в нашем доме целых 3 комнаты. У меня 3 комнаты только гардероб занимает. Ладно, Хлоя, идем, я покажу тебе твою спальню. Идем, идем. Какая же она прекрасная! Ты что, в эту напыщенную курицу влюбился? Или когда кланялся, головой ударился? И все мозги вылетели? Нет, я просто стараюсь быть вежливым, как мама приказала. Ну-ну. Вот ваша комната. Какой ужас! Вы издеваетесь? Могу предложить комнату Мартина. Правда, он там свои грязные носки разбросал. Ну уж нет. Я лучше тут останусь. Ладно, располагайтесь. Я пойду. Гарри, немедленно обработай здесь все антисептиком. Да, ваше величество. А вы что, забыли в моем королевстве? Милочка, я вообще-то тут буду жить. А,
Но это моя комната. Смотри, не разревись. А ты смотри, чтоб ночью тараканы не лазили по голове. Фу, Гарри, немедленно прибьешь этих тварей. Привет, Тайлер. Привет. Ты сегодня так классно выглядишь. Ага. Слышим, а дай домашку списать. Да, конечно. Держи. Спасибо, ты самая лучшая. Самая лучшая. А это еще что такое? Это несчастье, которое свалилось к нам на голову. Да, и вот так выглядит школа? Ты что, школы никогда не видела? Ко мне учителя в замок приходили. Гарри, ты тут все убрал? Да, мисс Хлоя. Ладно. Привет, я Тайлер. Привет, я Хлоя. А ты из какого королевства? Да я не принц. Хлоя, это школа для обычных людей. А, точно, я забыла. У вас же нет денег на королевскую. Гарри, принц. Лови. Мартин, а как Хлоя вообще у нас оказалась? Ну, Хлою отправили к нам на недельку ее богатые родители, чтобы перевоспитать и... Богатые? Ну, да, у их королевской семьи много денег. Богатая принцесса, это очень хорошо. А у нее прям очень-очень много денег? Да, а тебе какое дело? Да никакого, просто так. О, тут спортзал, а я ресторан искала. А вы чем тут занимаетесь, мальчики? Как чем? Мышцы качаем. О, посмотри, какие у меня. Вау, ты такой сильный. Хлоя, смотри, у меня тоже есть мышцы. Фу, спасибо, не надо. Да нормально все, из чего она убежала? Тоже мне приехала. Принцесса недоделанная. Я вообще-то тоже принцесса. Эй, осторожней! Не надо было стоять на проходе и мешать мне. Вообще-то это ты мне мешаешь. Что за бред? Хватит вешаться на моего Тайлера. Твоего? Вы что, встречаетесь? Пока что нет, но скоро будем. И между прочим, он мне сказал, что я самая лучшая. Да ты даже среди бомжей самая худшая. Тайлер никогда не будет встречаться с такой кошелкой, как ты. Ну все, доигралась. Да ты офигела! А вам записка от мистера Тайлера. Вам же скорее. Он приглашает меня на свидание. О нет, я же так плохо выгляжу. Гарри, срочно в салон красоты. Опять ты? Я бы повырывала тебе патлы, но у меня есть дела поважнее. Ну и вали. А это что? Кто-то оставил записку на моей парте? Так, самой лучшей принцессе на свете. Приглашаю тебя на свидание, Тайлер. Тайлер пригласил меня на свидание? Ура! Наконец-то этот день настал. Так, нужно бежать домой и собираться. Так, какие туфли мне обуть? О, вот эти. Они лучше под платье подходят. Блин, они мне малы. О, Гарри, надень эти туфли. Я? Ну да, у тебя же лапа побольше, разносишь мне туфли. Ну, ладно, ваше величество. Мисс Хлоя, может, все-таки наденете другую пару? Не указывай мне, обувай, а я пока губы накрашу.
Нет, это что-то не то. Гарри, подай мне салфетку. Ладно. О, а вот это намного лучше. Так, все, Гарри, отдавай мне туфли. Теперь они мне будут в самый раз. Мои ноги. Пора на свидание. Мама, срочно дай мне денег на стилиста. Ты что? У нас нет денег даже на еду. Какой стилист? Ну что мне делать тогда? Я же не пойду в таком виде. Ладно, не плачь, доченька. Я сейчас что-то придумаю. Вуаля! А зачем палки? Сейчас мы на них волосы накрутим. Не нравится мне эта идея. Так, давай, поворачивайся. Так. Ай, больно! Ну, красота требует жертв. Так. Ну вот, красота! Да, это намного хуже, чем я думала. Лучше останусь с косичками. Что же делать? У меня что, прыщ вылез? О, точно, надо замазать тоналкой. Блин, закончилось. Давай сюда, я помогу. Так. Упс. Мама, что ты наделала? Придется с пола брать. Ах, чего не сделаешь ради любви. Ну вот, то, что нужно. А мне еще губы нужно накрасить. А где моя помада? А, была где-то здесь. Ну, блин, я без помады буду как бледная поганка. Ой, не ной, сейчас будет тебе помада. Мам, но я не хочу кушать. Так, мы тебе сейчас этой свеклой губы накрасим. Ой, какая ты у меня красавица, глаз не оторвать. Правда? Ой, я уже опаздываю. Пока. Как быстро растут дети. Хлоя, ты сегодня прекрасно выглядишь. Спасибо. А как тебе вообще тут? Нравится? Ну, в моем замке у моей прислуги кухня была побольше, чем это кафе. Ого, а сколько у тебя слуг? Ну, человек 20, если не считать садовников. Это ж какой у вас огромный замок! Да, он большой. А знаешь, в этом кафе еда неплохая. Надо сфоткать в инсту. Ой! Давай я помогу вытереть. Да зачем вытирать? Гарри, быстро мне новый телефон. У тебя что, два телефона? Я могу себе купить столько телефонов, сколько я захочу. Мне так нравится, что ты такая богатая душой. А вот и я. Тайлер, а что здесь Хлоя делает? Это ты что здесь делаешь? Эмма, у нас с Хлоей вообще-то свидание. А, но ты ведь меня приглашал. Это невозможно. Но записка самой лучшей принцессе. Ты прочитала мою записку и подумала, что она тебе? Я сейчас умру со смеху. Но, Тайлер, ты же сам говорил, что я самая лучшая. Я не помню такого. Все ясно. Опять тут торчишь? Тебе какая разница? Мне вообще-то надо быть в хорошей форме для Хлои. Хлоя? Так она же сегодня со мной на свидание идет. Этого не может быть. Это почему же? Вы же не встречаетесь? Ну, пока что нет. Но она уже у меня на крючке.
Ты говоришь о ней, как о какой-то добыче. Ну а как же? Такая крупная рыбка, хоть она и противная, и вообще не в моем вкусе, но я просто обязан ее охмурить. Кстати, мне уже пора на свидание с Хлоей. Пока, неудачи! Готово! Мы еще посмотрим, кто из нас неудачник. А вот и я. Заждался? Тебя я готов ждать вечно. Это тебе. Ну что, пойдем? Ага. Никуда вы не пойдете. Мартин, ты потерял над собой контроль? Хлоя, он с тобой встречается только ради денег. Тайлер, это что, правда? Нет, конечно, это бред. У меня есть доказательства. Я записал наш с тобой разговор, где ты в этом признаешься. Сейчас, сейчас, я только телефон найду. Да где же он? Не мог же я его потерять. Хлоя, он все выдумал. Пойдем отсюда. Да где же этот чертов телефон? Ку-ку. Ну что? Это провал. Я потерял телефон с записью. Мартин, ну кое-что растяпа, все испортил. И что же нам теперь делать? Так, надо довести дело до конца. Мы пойдем в кафе, где у них свидание. Вот мой план. А потом Хлоя выйдет в туалет, и я заставлю Тайлера во всем признаться. Да. Так что же мы стоим? Пойдем скорее, не будем терять время. Ой, бежим давай. Мартин сегодня какой-то странный. Да, он всегда какой-то сумасшедший. Ты не слушай его. Ладно, я отойду, носик попудрю. Угу. Пора действовать. Опять ты! Хватит меня преследовать! Тайлер, я не могу без тебя жить! Мы должны быть вместе! Я вообще-то встречаюсь с Хлоей. Но зачем она тебе? Она же такая страшная! Да, она страшная и противная, но она богатая, а это самое главное. А зачем мне такая бомжиха, как ты? Значит, Мартин все-таки был прав. Хлоя, я не это имел в виду. Не приближайся ко мне. Хлоя, постой. Спасибо, что все испортила. Это тебе за бомжиху. Ну вот, здесь уже немного получше. Знаешь, а ты оказался прав насчет Тайлера. Хлоя, ты не должна быть с таким придурком, как он. Я просто хотел тебя защитить. Спасибо тебе. Я хочу тебе только лучшего, ведь я влюбился в тебя с первого взгляда. Я и не знаю, что сказать. Ничего не говори. Просто останься со мной. Родители запрещают мне встречаться с тем, кто ниже меня по статусу. И если я останусь тут, они лишат меня всех денег. А кому я без них нужна? Мне, Хлоя. Ведь я люблю тебя не за деньги, а за то, какой ты человек. Ты первый парень, который мне это говорит. Ты будешь моей девушкой? Да. Ура! Пойдем, нужно всем об этом рассказать. Идем. Мама, Тайлер оказался таким козлом. Что случилось, доченька? Он ведь тебе так нравился. Он встречался с Хлоей только из-за денег, а меня вообще бомжихой назвал. Я поняла, что он просто придурок. Да уж. Но, знаешь, мне стало немного жалко Хлою. Люди общаются с ней только потому, что она богачка. У нас новости. А почему вы за руки держитесь? Мы с Хлоей теперь встречаемся. Какая прелесть! А еще Хлоя останется здесь. Правда, родители лишили ее всех денег, но это не беда. Какой кошмар! Эмма, прости меня, пожалуйста. Я вела себя слишком высокомерно. Будем дружить. Ладно, будем. Теперь я знаю, что не в деньгах счастье. Да. Юху! Это я! Самый веселый шут на свете! О нет, я знаю, чем это обернется.
О, привет, Ос! Я пришла веселить всех на свете. Шут, быстро! Идем! Я сидела на туалете, и вот пришло мне письмо. Вот оно мне надо. Там дочка короля плачет. А я-то тут при чем? Я тебе что, Шут? А, да, я же Шут. Все, быстрее, пойдем. Эй, осторожнее, костюм дорогой. Если развеселишь дочку короля, купишь себе 100 таких костюмов. Легко. И это все, что ты можешь? Могу еще сайта назад. Показать? Нет, не нужно. Сейчас врача сложно вызвать. Давай без этого. Ну, тогда идем. Шут будет шутить. Надеюсь, меня не уволят. Мне скучно. Мне скучно. Сэр, я привел Шута. Отлично. Иди его сюда. Шут, иди сюда. Юху! Это я, Шут, который приносит веселье. Пути. Эй, ты чё? Вот Гвен, ее весели. А, поняла. Пути. Весело, да, весело? Нет. Мне скучно. Давай быстро что-то делай. Или... Я в шоке! Это так весело! Что в шоке, а? Не смешно мне! Ща! Еще колесо! Еще колесо могу! Вау! Браво! Вали отсюда, мам! Ой! Эй! Я вообще-то тут вас веселю! Где мой гонорар? А? Шарлатаны! Не беспокойтесь, я ее выведу. Стой! Оставь ее! Нам с женой еще так весело никогда не было. Да-да, пусть у нас остается. Убери свои грабли от меня. Понял, кто я? Как это остается? А ну быстро выкиньте ее отсюда! Гвен! Хочешь, я еще могу на руках постоять? Ну уж нет! Я тебе еще покажу! Ну все, остаешься у нас! Правда? Ура! Ура! Спасибо! В этом доме вообще никакой радости! Может, пойти шоколадку съесть? Ой, что-то читать неохота. Слишком много букв. Вот, Ева, мне сказали показать тебе наш дом. Обалдеть! Дом? Да это же целый замок! Донни, зачем ты привел эту проходимицу ко мне в комнату? Ева будет жить тут. Сделает твою жизнь веселее. Веселее? Да когда я ее вижу, мне хочется плакать! Нет! Ева будет жить здесь! Это приказ! Ах, так! Тогда я уйду! Донни, ты даже меня не остановишь? Капец! Я таких психичек еще никогда не видела! Короче, что мне надо делать? Ну, ты должна соответствовать королю и королеве. Это как? Вот сундук. Тебя нужно переодеть. Ну, это мой самый любимый костюм. Ой, забудь, что я говорила про любимый костюм. Это платье чудесное. Ой, смотри, там еще записка. Класс! Так, хлопни 3 раза в ладоши, и произойдет чудо. Ой, мамочки! Зачем ты хлопнул? Это же я должна была делать. Вот дурень. Ой.
настоящая принцесса! Ох, как давно я мечтала о таком кабинете! Но мне приходится убирать грязные вещи за этими ненормальными. Ля-ля-ля-ля! Как же тяжело быть принцессой! О! Стоим! Ева, а я тут, ну, как бы убираюсь. Я вижу, как ты убираешься. Знаешь, на короне столько пыли собирается, ужас. Да? А король об этом знает? Ева, давай все, что ты видела, останется между нами. Ну, не знаю, пойду короля позову. Хорошо, хорошо, что ты хочешь? Давай снимем видео в ТикТок. Нет, нет, спасибо, я и так позорюсь целый день. Мистер Крис! Нет, не надо, давай. Только быстро! Подписчики, сейчас будет королевский танец для королевской семьи! И раз, два, три, поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Раз, два, знаешь, раз, мне начинает нравиться! Еще раз! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Ну что, Гвен, повторяй за мной! И раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре. Нет, Гвен, на каждый счет определенное движение. А, поняла. Раз, два, три, четыре. Опа-на! А что это вы тут делаете? Мы занимаемся танцами, а ты проходи мимо. О, а я тоже хочу, я же принцесса вообще-то. Да? Так чего же вы стоите? Повторяйте за нами. А ну разойдись, звезда танцпола пришла! Позорище! Девчонки, сегодня мы будем учить новое движение. Фуите! Шо? И раз, и два, и раз, и два. Ой, ой, кручусь, верчусь! Ой, 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 помогите, меня походу стошнило. Неудачница! Это ты меня толкнула, гадина! Это я, гадина! Девушки, девушки, девушки! Ура, кончен! Всего хорошего! Получай! Как у меня болит голова! Кажется, я слишком долго вчера танцевала на балу. Наверное, следки были уже испорчены. Мы ими отравились. Мне срочно нужно сделать маску. Я слишком долго лежала в торте. Ужас! Пойду принесу нам. Мам, обязательно эту приглашать к нам за стол. Да, она сейчас часть нашей семьи. Что? Я против. Мы очень полюбили Еву. Тем более она веселая. Ага, это я. О, кола! Ева, но это не обычная кола. Готово? И кое-что еще. Вау! Ну что, давайте тогда обедать. Ага, давайте. Только я вам хочу кое-что сказать. Родители, я вас так люблю. Что там с крыса? Где? Где? Теперь ты станешь спящей принцессой. Где? Ой, наверное, показалось. Так что ты там говорила? Мы тебя тоже все очень любим. Ева, а можно я твою колу возьму? Давно ее не пробовал. А, пап, не надо! Гвен, да чего ты кричишь? Я правда вас всех очень сильно люблю. Люблю. Что это такое? Почему он упал в обморок? Не знаю. Это все Ева. Что было в стакане? Золото? По-моему, это обычная золотая кола.
школа, ага. Что я наделала? Усыпила своих родителей! Вообще ненормальная психичка! Это все ты! Пришла, испортила все, настроила мою семью против меня! Отвали! Давай лучше своих родителей спасай! Капец, мама еще лицом в торт упала! Если они узнают, что это я подсыпала снотворное, мне точно влетит! И тогда у них останется только одна наследница, и это буду я! Только попробуй! Давай, бери их, потащим в комнату! Любимая, привет! Тео, сколько тебе можно звонить? Ты вообще где был? Задержался, решил розы тебе сорвать у соседского дворца. Ну да, то есть, купил. Розы? Ты забыл, что я люблю лилии? Ну у тебя же на них аллергия, любимая. И что, значит я люблю не лилии? Что непонятного? Садись давай, будешь меня развлекать. Я? Нет, блин, принцесса Зимнего дворца. Вот шахматы, давай, ты первый. Ну, хорошо. Эй, я туда хотела пойти, вообще уже! Хорошо, тогда пойду так. Ну нет, блин, не умеешь играть, не садись! Да я все правильно сделал, Гвен. Не смей указывать королевской дочери, что правильно, а что нет! На! Адекватность твоего поведения вызывает у меня сомнения. На сегодня... Свидание закончено. Я тебя проведу. Ну и ладно. Я принцесса. Ура! Миледи. О, Донни, давай со мной веселиться. Ева, ты что? У нас по расписанию скрипка. Какая скрипка? Я хочу веселиться. Если хочешь стать настоящей принцессой, нужно постоянно учиться. А я и так уже принцесса. И учиться мне не нужно. Смотри, какой поклон умею делать. И... Ой. Так, хватит. Я сейчас тебя научу. Ой, ну ладно. Давай показывай. Ай, какой ужас! У меня уши болят. Теперь ты. Да так любой дурак может. Смотри. Вау! Класс! Ты что делаешь? Это же эксклюзивная скрипка! Меня убьют! Ева! Да что ты паришься? Скажешь, что ничего не видел. Фигня это твоя скрипка. А вот гитара. Не-не-не-не-не-не-не-не. Драк! Ю-ху! Класс! Вау! Спасите, помогите! Когда будет хорошее настроение, зови. Это редкость, так что до свидос. Вау, какая красивая. Что? Какой ужас. Фу. Прикольная. Что? Привет, я Ева, принцесса. Ничего себе! Гвен, почему ты не говорила, что у тебя такая сестра прикольная? Какая сестра? Ты посмотри на нее! Она самозванка! Ева, у меня столько замков! Хочешь, подарю тебе один? Ага, класс! Ого, я вот этот вот хочу! Офигел! Вали отсюда!
взяла мне жениха, отпугнула. Блин! Жениха! А ну, иди сюда! Ой, девочки, я так замоталась. Ну и что же ты и делала, Гвен? Да вот ничего, но все равно устала. Ой, девчонки, давайте посекретничаем и чай выпьем. Давайте, я сейчас позову Дворецкого. Угу. Ой, Гвен такая гостеприимная. Так, а вы кто вообще? Мы подруги Гвен, а вот кто ты? Не видно, что ли? Я принцесса. Она, Гвен, ничего не говорила про тебя. Да Гвен того, тю-тю. А, понятно, сейчас чай будем пить. А, девчонки, хотите батончик шоколадный? Нет, нам нельзя, ты что? Чего? Никогда не ели сладостей? Вы же такое пропустили, ё-моё. Ладно, держите. Но мы же будем толстыми. Зато счастливыми. Кушайте, кушайте. Я такой вкуснятины еще никогда не ела. Есть добавка? Конечно. Вот. Вау, Ева, ты крутая. Садитесь, садитесь. Ты есть. Ой, девочки, вы такие веселые. А ты такая милая и добрая. Ты наша подруга. Вы что, все офигели? Какая еще подруга? О, приперлась. Ева такая классная, такая, такая. Ах так? Ну и валите отсюда, неблагодарные, понятно? Раз ты такая, то как хочешь, мы уйдем. Жаль, мы думали, ты хорошая, но мы ошиблись. Девочки, не переживайте, я с вами скоро увижусь. Пока, подружка. Подружка. Валить, валите! И ты вали из моего дома, недоделанная принцесса, понятно? Эх, может ей зелье успокоительного дать? Пойду сварю. Миссис, я уберусь. Убери лучше Еву. О, Донни, ты можешь мне помочь. Миссис, ваши королевские панталоны я уже и так постирал. Да при чем тут это? Помоги мне выгнать Еву, а взамен проси все, что хочешь. Нет, извините, я не смогу. Ох, так! Ну тогда я расскажу, что ты разбил дорогущую вазу. Ну и рассказывайте, но Еву я не выгоню, ни за что. Так, где моя книга заклинаний? Что вы хотите сделать? Ах, вот оно, заклинание. Пусть Ева станет жабой! Ой, жабка! Я так и знала, что эта книга не работает! А ты что стоишь тут? Вали давай! Ну, давай, Ева, иди, иди как лебедь! Ой! Ева, ну давай еще раз! Аккуратно! Фигня какая-то! Ева, что за слова? Я тебя накажу! Ну, я не могу с книгами! Ладно, давай тогда попробуем по-другому. Так. О, ну вот это уже совсем другое дело! Вот голову повыше. Да-да-да. И пошла, пошла! А, мне начинает нравиться! А можно еще пару айфонов? Ой, корона! Вот. Ева! Донни, все хорошо? Ты меня задавишь! Ева, знай, мне никогда не было так весело, как с тобой! Прикольно, но отпусти меня, ты меня сейчас задушишь! Я тебя никогда не дам в обиду! Да блин, что с тобой такое? О, смотри, жабка! Нет, это Гвен наколдовала! А может, мне надо ее поцеловать? Вдруг там принц? Ева, не нужно! Может случиться беда! Ну что, жабка, будешь жить у меня в комнате. Где я? Куда я попал? Кто это?
Это кто вообще? Походу принц. Не может быть. И что с ним делать? Ё-моё, всё, меня уволят. Капец. Ага, попались. Отстань, мы тут это, порядок решили навести. Разошлись, быстро. Кто? Принц? Принц? Да вы что? Мы не знали. Все, я вызываю полицию, и вы не ответитесь. Фух, Ева, он живой, живой! А кто вы? И что я здесь вообще делаю? Ну как, я поцеловала жабу, и тут... появился ты. Случайно. Злая ведьма прокляла меня и превратила в жабу. Но твой поцелуй разрушил проклятие. И что теперь будет? Ты теперь моя единственная любовь и станешь моей невестой. Как? В смысле? Ева твоя невеста? А? Так, мисс Гвен, уходим. Мы тут лишние. Ага, сейчас. Я ни с места не сдвинусь. Это мой принц. Отпусти, я тебя сейчас уволю! Эх, Мартин, как ты вырос! Мы помним, как приходили к твоим родителям в гости. Ты был вот таким малюсеньким. Да, мистер Крис. Ты так мило тогда еще квакал. Папа! Да. Ну, а теперь ты мой жених. Обещали, что за пока два принца выйду замуж я! Нужно было меньше ныть и жаб целовать! Поучись вон у Евы. Я так счастлива! Еще вчера я была шутом, а сейчас я принцесса! Ну что ж, Ева, поехали! Карета уже готова! Карета! Карета? А, ну все-все, пока! До скорой встречи! Всего хорошего! Нет! Я хочу жениха! Я тоже хочу жениха! Мама! Так, где Донни? Пускай веселит ее! О нет! Опять с самого начала! Видите шута! Я тебя так люблю, моя принцесса Ева! Я тебя тоже! Счастье молодым! Счастье молодым! Счастье молодым! Счастье молодым! Я за вас так рад! Хочу жениха!